Ну вот, ребята, мы приехали на Тверскую. Тут нет, еще красоту нет. Не убрали, как выясняется. С мамой Галей мы идем в Линком. Лучший театр страны. Да, сейчас посмотрим. Тут вон красивые такие сделали украшения. Город Макдональдс там вот вдалеке. Эти красивые бокальчиками сделанные фонарики. Вот, так что направляемся к господину Пушкину. Вот он прекрасный тут как раз находится. О. И идем в сторону кинотеатра Пушкинского и театра. Поглазякаем, как вон деревья украсили тоже, да? Ага. Гирляндами. А снега намело. В этом году необыкновенно много снега. Мы сегодня уже убедились, пока я вылезала с машиной, за ребятишками ездили. Вот наш холл, мюзик-холл «Известия». Раньше здесь было издательство «Известия», а теперь осталось одно название и, ну, клуб такой, что ли. Клуб «Известия», короче, здесь размещен. Ой, какие тут сугробы-то навалило. О, а тут целую корону сделали. Красота. Красота.